Здрасте. Вечер добрый. Здрасте. Мы сегодня решили показать вам распаковку, что купила Анюта. Анюта, что купила у нас? По ценам мы говорить не будем. Там, если человек попадется, попадется. Были в Магните. Где там? Да где только не были. Где только не были. Ну, в основном все с Магнита. Что покажем, что купили в Магните. Можно показывать? Ну да. Макароны. Гранд Милена. Ты складываешь. Кислота 70%, уксусная. Это мне термос чистить. Я все термос не могу почистить. Майонезик Мисто Рико. Мы сегодня будем делать что? С яичками. Что-то. Чеснок сушеный. 3 пачки. Пока 2. По акции, по неземной. Вот 3. Да? Да, по акции. Лук красный. Сегодня мы делать будем мега шавермы себе. Потом приправа вот такая вот для плова. Видно, не видно. Там же пятно у нас размыто. Потом орешки, кешью, грецкие орехи и фундук. Фундук мой. Конечно. Конечно. Вот такая приправа для плова. Потом такая для шашлыка. Это для картошки корейской. Ой. Морковки корейской. О, кстати, надо морковку сделать. Да. Это еще вот чим-чим для морковки корейской. Еще одна приправа для шашлыка. Хотим шашлычок сделать. Убирай эти пачки такой. Давай там поактивнее. Там кефирчик моя цена. Груши. Грушки. Сыр. Тертый. Кто-то хочет замутить, видать. Короче, печеньки такие с солью. Печеньки. Брецель. Совсем как Рапунцель. Сахар. Кремельки. У нас Анна каждый день компотики варит. По 8 литров компота варю, и они выпивают за день. За день. Сода пищевая. Это для термоса. Тоже. Кетчуп лечо. Тоже что-то совсем дешевое. Лечо, но тоже по акции. Потом кислота лимонная. Это тоже мне для термоса. 4 вот таких лаваша. Армянских. Меговских. Вкусных. 2 вот таких вот йогурта. Такие баночки прикольные. Тоже в деревне термостатный с вишней. Да, термостатный с вишней. Все, теперь я буду есть, а он будет рассказывать. Да. Нури принцесса с бергамотом. Вкусный чай вот этот вот. С бергамотиком. Ты знаешь, что ты такой не любишь йогурт, мне кажется. Чокобой. Чокобой. С черной смородиной какой-то новый. Если хочешь, ешь, у меня все для меня, что я люблю есть. Гринфилд. Как это называется-то? Земляника. Земляникой, да? Гринфилд земляничный. Это что? Это... Я не помню, что это. Ну, тут что-то 1550. Но это не за это, наверное, или за это? За это 1550, да. За вот это все? Нифига не взяли, 1500. 1550, ну как? Ладно, это потом.
взяли, хочу попробовать Фрискис. Не знаю, ест он, нет такое. Ласка. Вкусно пахнет, кстати, вот это. Ласка. Кисточки. Чтоб никто не рисовал. Потому что никто и не будет. Спагетти щебекинские. Юлька, привет тебе. Юльке напишите, что привет я передаю. Миф. Скажите, почему такой 19 рублей? Я вам отвечу. Для спецовки. Для моей спецовки, для работы. Мне вот так вот хватит. Китикет 2. Один уже скормили. Чесночок 45 рублей. Вот столько чесночка. Сколько там их? Сколько там их? 6. 4 помидорки. 94 рубля стоит. Ну, могу сказать, что написано у нас. Есть яблоки. Вот столько яблок. 159 рублей. Компотик, говорит, варит. Все нормально. Ёптать, не поверите. Нашли же, на Новый год не было. Апельсинки. Мандаринки, да. Вот это сколько тут у нас? У нас тут, у нас полтора килограмма, короче, 141 рубль. Блять, ну они такие сладкие, я попробовал в магните. Она мне говорит, попробуй. Я попробовал. Там открытый был просто? Ну, в чем такое говоришь? Короче, я попробовал. Сыр российский. Что делать будет с ним, не знаю. Еще 4 огурца взяла она. 97 рублей за 728 грамм. Сегодня шавермы будут такие. Ух. Ну я что уже опять спагетти. Что, две взяла? Да. Я же взяла пару. Рис. Какой-то там. Длиннозерный, попарин. Фрутоняня детям. Фрутоняня. Ну, они любят. Няня фрута. Это что там? Банан, печенье и йогурт. Чека нету. Короче, вот это вот все. Тоже 1500. Тоже полторы. Это все на 3, ну там 3. А, еще курица же. 3200. Вот это все. А, да. Еще курица сюда входит, да. Курица вот такая. Охлажденная. Она стоит 183 рубля. Полтора килограмма, блядь, 183 рубля. Тут одна вода, походу, дела. Да нет, уже охлажденная, там нет воды. И еще вот кусок. Ёпта, ты отклеила, что ли? Да зачем ты клеишь-то обратно? Кусок мяса. Вот. Сколько тут? Сейчас скажу, сколько килограмм. Сегодня будем шашлычок мариновать. Тут 7 килограмм 790 грамм. 1908 рублей. 8 килограмм. Да. Сегодня 3 килограмма, как с куста, наверное, уйдет. За раз. Да нет, 3-то много. Ну, что купили, что? Ты думаешь, много 3 килограмма? Нищет. А, я сейчас покажу еще, что я купил в другом магазине себе. На мега-акцию нарвался. Зашли сегодня. Фу, блин, я думала, он одно пока, что он за другим побежал. Я-то думала, ты эти покажешь, кроссовки. Да, да. Ты за бутылками бегом, алкаш, блин. Кто алкаш? Кроссовочки вот взял такие беленькие, на работу. Белые на работу? Да. Стоят 399 рублей по акции, а стоили 2299. На работу взял. На работе буду шариться, ходить. Как бы они мне не очень нравятся. Модник. Но буду на работе. Еще я
себе я взял, что сегодня? Сегодня у меня будет стрим. Вот такой. 07. Мой хорошенький, не запылится никогда. Вот такой. Короче, не буду все доставать. Таких еще там две штуки. Таких три штуки. Такой один. И таких две штучки. И все. Вот это я сегодня буду, так сказать, давать жизни. Сейчас мы с Анютой мясо на этот, как он, замаринуем. Морковь. На шашлык. Я не торопись, время есть. Морковь, мясо сделаем. Что ты его долбишь-то? Это. Это оно мягкое, такое прикольное. Морковь, мясо, шашлык замаринуем. Завтра будем у мамки шашлычницу взял. Снимать-то будешь показывать? Шаурму, так все видели, какой мы делаем. Там, посмотрите. Шашлык как маринуешь, режешь, не будешь показать? Это можно, да, показать. Ну, смотрите. Все это. Это, наверное, все выйдет завтра. Все буду делать завтра. Сегодня я буду запущу стрим, посижу на стриме. Так сказать, выпью все это. Съем все это. Буду сидеть здесь. Стол отодвину. Будет у меня такой пейзаж. Буду сидеть здесь. В комнаты меня никуда не пускают. Короче, все расправился со своими стримами. Потихонечку. В комнаты не пускают, не хотят. Короче, буду я сидеть здесь, на кухне. Не можешь туда пойти, только если ты ночью нас будить, потом не будешь садиться. Кадыски в комнаты. И все. Я здесь посижу, здесь холодильник, жратва, все есть. Рядом все, что, сиди, пей, жри, ешь, кушай. Или что там делать? Кушай, дети, да будут. Ладно, что, всем пока. Пока. Смотрите следующие влоги. Не подпускайте, хотел сказать. Да, и детей не подпускайте. Это опасно. Пока.